Спасибо большое, Донат Махорка. Моисей, почему здесь полтора инструмента плюс голос, но цепляет? А ты говорила, что все будет просто, что... О, слушай, знаешь, я это... Ну, не то чтобы понял, но, как мне кажется, у меня есть одно предположение, почему это цепляет. Я, короче, мы сейчас с Дашей готовим кое-что. И я попробовал обработать Дашу... Ну, мы записали кучу там пачек голосов, бэки, все такое. Я попробовал обработать часть из них Сатурном и, типа, выделить кое-какую частоту и нагрузить именно ее. Это меняет тембр голоса так, что он становится как будто более такой еще сладкий, такой прям очень вообще приятный. Вот мне кажется, здесь, возможно, либо, во-первых, правда он может быть исходный голос изначального вокалистки такой очень приятный, либо он так обработан, чтобы вот все самое приятное прям из него выжать, чтобы достаточно было любую хрень какую-нибудь на фон повесить, чтобы просто это слушалось приятно, и все. Я думаю, секрет тату примерно в этом. Это нам нужно, что все как у взрослых, замочки, шнур... Такие, типа... Блин, как бы это показать? Ну, короче, сделали именно такую вот... Сейчас я покажу, как я это делал. Блин, ну, пожалуйста, без лагов. Хочу показать... Блин. Да не хочу, заебал. Короче, берешь вот этот Сатурн. Где-то вот тут, типа, не знаю, что там, короче, у нас. Сейчас здесь. Ни хрена, ни хрена. Раз, два, три. Раз, два, три. Эй, эй, эй. Бля. А, он с задержкой вот так как-то. Ну, короче, надо найти частоту более-менее... под конкретную какой-то вокал подходящий. Вот это все убрать. Ну, в смысле, убрать перегруз. И типа, например, если... Блин, ну, короче, потом покажу уже на примере Даши. Добавляешь вот так, вот эту именно частоту. И, допустим, и что-нибудь там мы пойдем. То есть, если вот так ты просто поешь, ну, там, или говоришь, вот голос звучит более-менее естественно, но он, типа... не так пробирает, что ли, да? То есть мы с тобой будем всегда вместе целоваться до самого утра, до нежной весны, и будет все здорово. И ты вот эту вот, короче, штучку, чуть-чуть вот эти какие-то частоты, типа, нагружаешь, ну, условно так, например, да, и очень круто становится. Урочки. Вот здесь тоже что-то такое вот, типа... Такое вот, типа, как придыхание нагнетенное, это клево звучит. Слезы, случайные точки, все очень серьезно, ведь трудно быть мальчиком, если ты девочка. Трудно быть девочкой, если ты мальчик. Слова просто, блять, прям уровня «В царстве тьмы царила тьма». Как бы... Хуй поспоришь, да? Типа. А может, я буду белочкой? Не разблочили? Тебя и не блочили, тебе дали мьют просто на 5 минут. Может, ты будешь зайчиком? Я не фанат, Моисей, это ваша обязанность. Ну, ты не фанат, да, и это не твоя обязанность, но просто если ты пользуешься бомжатским чатом, то, к сожалению, нужно прочитать правила чата. Иначе, ну, придется либо мьют, либо бан раздавать опять. То есть нужно, ну, как-то, не знаю, дичь не особо втирать, меня не бесить, донатеров тоже желательно не бесить, остальных зрителей. То есть, как бы я не против, что-то пообщаться, там, не знаю, рассказать, но... Просто не знаю. А если нам убежать и не обозначиться, пробелы не нажимать, последний не спрячется, размазаны красками, тупыми расспросами, расстанемся с масками, и мы станем взрослыми, но трудно быть мальчиком. Блин, тут,
тупой текст в припеве, очень тупой, но здесь реально, здесь и приятная мелодия, и приятные колокольчики вот эти, и все это очень хорошо обработано. То есть я думаю, что это работает именно вот по причине вот этого всего. Сил только твоих фанатов. Ну, а есть это правило, как бы. Одно из правил бесплатного чата. Сейчас даже тебе скопирую. А это первое правило бесплатного чата. Не бесить меня и моих модераторов, донатеров. Ну, модераторы и так являются донатерами. Это первое правило. В принципе, из него следуют все остальные. Ты их бесишь. А это делать не нужно. Ты девочка, трудно быть девочкой, если ты мальчик. Смотри, у тебя уже год. Нормально. А может, я буду белочкой? Текст прям очень тупой, невыносимый. А может, ты будешь она обидна с ним. Почему? Не факт? Хотя не знаю. Ну, короче, я не называю подписчиков фанатами. Трудно быть мальчиком, если ты девочка. Трудно быть девочкой, если ты мальчик. А может, я буду белочкой, а может, ты будешь зайчиком. Трек из серии «Мои лучшие медляки». Да, трек из серии, короче, типа, Сыч угорает по девочкам, которые сладко что-то, типа, щебечут. Ну, в принципе, нет, это нормально. Но он действительно хорошо работает, хорошо сделан, тут спора нет. Вот. А так как бы, это, конечно, все как-то называется. Sexploitation. Мощная песня, жок потрясающая. Ну что, желаю никому не встретиться с белочкой.